субботу в клубно-спортивном комплексе состоялся чемпионат и первенство Республики Коми по жиму штанги лежа среди мужчин и женщин. В Уктыле соревнования по этому виду спорта проходят уже во второй раз. В борьбе за кубки и медали выступили около 60 атлетов из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Усинска и Уктыла. Выступление силачей судили Андрей Бабиков, мастер спорта международного класса, и судья первой категории Игорь Михеев. Соревнования проводятся второй раз. Участники соревнований выполняют и рекорды, стоят здесь, и выполняют свои личные рекорды. В общем, церемония у нас всегда такая праздничная. Очень нравится спортсменам, они приезжают уже с большим желанием на Уктыл. Вот соревнования в таком вот уровне у нас проходят. Соревнования проходили в трех возрастных категориях – юноши, юниоры и взрослые. Жим. Стойки. Первыми опробовали помост на прочность юноши от 48 до 93 килограммов. У каждого из участников было три попытки, чтобы выжать наибольший для своей категории вес. Так, среди юношей первыми в своих весовых рамках стали Хозяинов Сергей и Провенко Кирилл из Уктыла, Михайлов Алексей, Анаприенко Олег, Паршин Иван, Нестеров Алексей из Сыктывкара и Алексеев Максим из Ухты. В абсолютном зачете среди юношей победителем стал Провенко Кирилл. Сейчас вот я поставил рекорд 160 килограмм, весовой категории 93, до 93. Мне было очень тяжело, если честно. Первый подход был неудачный, второй тоже был неудачный. Ну, на третий я собрался мыслями, силами и выполнил. Жим! В состязаниях среди юниоров лучшими были Данилян Геворг, Вейбли Артем, Никипинский Денис, спортсмены Сыктывкара, Егоров Александр Уктыл и Мартынюк Виталий из Ухты. Абсолютным чемпионом среди юниоров стал Вейбли Артем. Ну, соревнования прошли, хоть и хорошо, я занял первое место, но не совсем то, что планировал. Планировал сбить рекорд Республики Коми. Не получилось, видимо, нужно лучше готовиться. Плотная борьба на помосте развернулась и среди женщин. Здесь победительницами стали Гонтарь Наталья, Мартиньянова Анастасия, Сыктывкар, и Жданова Мария, город Ухта. Она же стала и абсолютной чемпионкой среди женщин. Среди спортсменов более старшего возраста тоже развернулась нешуточная борьба. Среди мужчин в категории 66 килограммов чемпионом стал Руслан Иванов, Уктыл. 74 килограмма – Гасымов Тигран из Усинска. 83 килограмма – лучший Солянников Игорь из Ухты. 93 килограмма – Старов Андрей, тяжеловес из Сыктывкара. 105 килограммов – первое место у воркутинца Виктора Михайлова. 120 килограммов – победитель Иванов Игорь, также из Воркуты. В категории свыше 120 килограммов сильнейшим был Игорь Стреколовский, фаворит прошлогодних соревнований. Абсолютным же чемпионом среди мужчин в этом году стал воркутинец Иванов Игорь. В общекомандном зачете места распределили следующим образом. Первое место у команды Сыктывкара, второе заняли наши спортсмены, третьими стали ухтинцы. С каждым годом пауэрлифтинг в Уктыле становится все более популярным. Спортсмены часто выезжают на соревнования в другие города и регионы и показывают достойные результаты.
прогрессируют спортсмены, очень хорошо растут. То есть выезжают на республиканские соревнования, участвуют в соревнованиях также наших городских, которые мы здесь проводим, выводим отбор и, соответственно, уже более подготовленные едут на Россию. То есть у нас уровень роста есть очень даже хороший. В этом чемпионате было установлено несколько личных рекордов. Кто-то смог подтвердить свое звание, кто-то просто очень хорошо выступил, а кто-то порадовал своим выступлением и участников, и зрителей. В конце соревновательного дня перед гостями выступил абсолютный чемпион Республики Коми по бодибилдингу Никита Ткачук.